Приветствую вас, дорогие зрители. Добро пожаловать на канал Джонни и Хоррор. С вами Джонни. Ребята, мы продолжаем с вами проходить Assassin's Creed Valhalla DLC. Гнев друидов. Всем приятного просмотра. Чат, приветствуем. Масенька, привет. Спасибо, все хорошо. Водные хорошие были. Очень хорошие. Только, правда, морозные, но в целом, в принципе, хорошо. Ты обещал рассказать мне про Пуку. Прежде то были дивные создания. Принимали вид любого зверя, но теперь они опасны. Это шутка? В Норвегии разве нет таких существ? У нас, конечно, есть Фенрир, волк богов, но он такой один. А у нас Пука обычное дело. Пуки. Человеческие жертвы. Это вот твой мир. Дети Дану — исключение. Истинные язычники против них. Флан знает, что наши обычаи исчезнут без его поддержки. Он поклялся не допустить этого. Так, ну что делать-то? Найдите бич и поговорите. Бич проводит обряд близ Карнагана. Бич. Толян, здорово. Купил все-таки, да? Молодец. Работает. Если что-то будет там шуметь по скорости, тогда скажешь, я тебе-то разберу ее, почищу и термопасту поменяю, нормально поставлю. Здорово, Диман. Ну хорошо, как найдешь клей, тогда привезешь. Да, я тебе сделаю нормально. А то мало ли там крышка может отвалиться. Ваня, Саня, здорово. Все хорошо. Что новенькое? Ух! Да, в принципе, до хрена, что новенькое. Прожмуриков. Приветствую тебя, друг. Приветствую. Добро пожаловать. Я понимаю, да. Сейчас после выходных дел, конечно, прибивалось. Как у тебя дела? Спасибо тебе за поддержку. Спасибо. Так. Чем мы тут пропустили? Где мы вообще находимся? Ага, здесь, да? Давайте сделаем так. Мы постараемся забрать золотишко. Я так понимаю, где-то... Стань моими глазами, Сюнин. Так, золотишко. А он как бы особо его и не показывает, в принципе, да? За этим деревом вообще ничего не видно. Так. Причем странно, как это не определяет, где золото. Так, ладно. Ой, опять ее задел. Хотя 53 метра. Ну, не знаю, мне кажется, она золото, мне кажется, под землей. Так, добыча. Да, под землей. Угу. Нужно быть осторожнее. Как твои выходные прошли? Так, мы еще раз, ребят, спустимся. Вот. Просто неохота пропускать. Во-во-во, тихо. Блин, чуть не задел. Что это за способность такая? О, у нас две способности.
Ну это тоже, что в Англии, по-моему, тоже. Там волк, по-моему, на помощь приходил. Так, а что, стрел с бомбой? Ну да, прикольно. Прикольненько. Так, ну все. В принципе, больше тут нам делать нечего. Пойдемте теперь обратно. Так, это еще что такое? Отлично. А что он не говорит, что прилив сил? Так, ну здесь там мне это не выйдем. Во, что это такое? Так, отлично, пал. Так, нам надо другой путь искать, потому что отсюда мы уже не выйдем из главных ворот. Так, здесь нужно. Ничего, пусто. Понятно, что в новом мире игр уже недавно большая презентация прошла, там где награждали креативных директоров и актеров, кто участвовал в компьютерных играх. Вот, и показали прикольные игры. Помимо Индии, очень крупные проекты на будущее показали. Показали чисто нексгенские даже проекты, я ж прям офигел. Опа, это что такое? А, это девчуля. Что это она? А, ну она же просто ждала. Вот, очень крупный проект показали. Показали Hellblade. Я вообще офигел. Просто как живые люди бегали. Прикольный графон. Вот, надеюсь, что игрушка будет вообще топовая. Потому что первую я играл, я прошел. Прям вообще просто пушка. Очень такая прям стрёмная, психологическая. Вот, я надеюсь, вторая будет такая же, а то и круче. Вот, показали потом новые Звездные войны, тоже нексгенские. Прикольно, то есть, вообще. Правда, непонятно, конечно, там, когда он там выйдет, но, в принципе, в целом прикольная будет, думаю, игра. Тоже классно. Ну и другие тоже показали. Показали много, пару фильмов, трейлеров. Хейво вроде как Стивен Спилберг снимает. И еще что-то там. Ну, то есть много чего интересного, в принципе. Ну, я не в прямом эфире смотрел, в записи там парни. Так, а куда нам надо? А, найди Бича и поговори с ним. Все, я понял. Вот. Тут вообще все повесили всех. Осторожно. Руки проворные. Ищи следы лап с длинными когтями. И будь начеку. Ага. Так, а как мне это... Скан сделать, скан. Так, сейчас. Я просто управление немножко подзабыл. Так, интерфейс управления, вот. А, вот, все. А я все понял, не помню. И как нажать эту тему? Там. Следы. Это Пука. За ним. Привет, Диман. Привет. Как сам? Спасибо тебе, дружище. Спасибо. Как выходные твои прошли? Так, куда нам бежать-то? А, туда все. Куда-то туда. Погоди-ка. Там, по-моему, золотишко, да? Как я понимаю. Во, вообще тема. Найдите ключ от всех замков сундука. Ну да, конечно. Оленька, привет, привет. Спасибо тебе, спасибо тебе.
Если не играл, то я советую поиграть. Классная игра, очень прикольная. Тут вот круто прокачали геймплей, боевку, добивание, прям вообще. История очень интересная. Вот, если даже еще хочешь немножко более подробно, скажем так, с историей викинга познакомиться, сериал посмотри обязательно. Вот, потому что тут есть очень много отсылок к этому сериалу. Фильм прикольный. Вот, история прикольная, должен понравиться. Сейчас я прохожу DLC. Нифига себе, а ты без перерыва, что ли, работаешь? Народу, ну, это, в принципе, приятно. Так, тем, кто придет следом, не тревожьте круги древних камней, что сдвигли задолго до наших дней. Туата де Дан, что мы исполнили с почтением к чуду. Круги камня, воды, луны и прочее множество найти повсюду в наших краях. Друиды древности черпали в них силу для чар. Пусть также будут поступать друиды впредь. Ну, это, наверное, скорее всего, какая-то подсказка. А, 3 через 3. А, понятно. Я уж думал, нифига себе, блин. 3 через 3, ну нормально. Где же этот ключик-то найти, интересно мне знать. Хрен его знает. Волк. Ни хрена себе там. Решил принять облик волка. А, это он и есть? Этот бич. Интересно, мне, наверное, надо с ним еще сражаться, наверное, как типа с боссом. Ну, наверное, полюбас. Так, нам сюда. Туман, разум мутится. Мой тоже. Ну, мы пока нет. Пока нормальный разум. Уже как хрень мерещится уже. А, вон бежит. Волк? Нифига себе, без выходных. Ну, блин, это, конечно, тяжело. А тебе, Диман, доплачивали то, что ты без выходных-то работал? Вроде как заведение новое, там, что такое. Да уж, тяжеловато, конечно. Хрена себе он там. Во, как музыка, как из сериала «Викинги». Хрена себе он крутой. Так. Так. Давай, погоди, погоди. Она, в принципе, отвлекает, поэтому мне... Да ты гонишь, ладно. Давай же!
Да он превратился, что ли? Или это он убежал? Я даже вообще не понял. Как бы я его и не добил, и во ничего. Во имя богов, что это был за зверь? Тихо. Обряд начался. Ага. Иди за мной. Ну хорошо, это, блин, хорошо, когда еще как бы тяжело, да, я это понимаю. Но хоть еще за это заплатили, это молодцы, в принципе. Да, прикольно. Да уж, блин, офигеть. Нападут, как только увидят. Ну да, Диман, чем-то есть такое, прям вот Ведьмач. Ведьмач это такая тема. Вау. Нифига себе, он мне подарки ставил. Да что ты гонишь? Да, это, наверное, бич. Бич, точно. Здорово, чувак, я здесь. Не видел. Они меня тут зарубят быстренько. Блин, вообще что происходит? Тихо-тихо. Хорош. Вот это добивание. Оба, хорош. Блин, это хреново. Надо срочно перекусить. Блин, все-таки меня сейчас добьет. Вот Блиц. Не, Диман, я не играю. Я еще ни разу не играл. Не, видео Леха играет там. Брат его тоже, Вовчик. Так, придется добивать сюда, но. Так, 4. А есть что перекусить где-нибудь? Опа. Надо как-то выманить их сюда. Так, может пока она... Воу, фига себе он. Мне кажется, надо их поодиночке убить. Потому что так их замучишься. Давай.
Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Так, хорош. Перекусить надо. Отлично. Ого. Это прям вообще капец, рисковато. Так, вот что-то есть. А, все-таки добил. Блин, ну сложно, сложно. Ах ты, чертов козел. Так, погоди-ка. Так, где-то у нас тут супер крутой лук. Блин, он даже не дает вообще. Опа, отлично. Да блин, вообще какой-то жест. Просто они меня... Да. Ладно, сейчас еще попробуем. Так. Так, давайте мы сейчас поменяем сразу. Капец они, блин, выносят. В смысле, тут меня с... Охренеть вообще просто жесть. Не, надо выманивать их. Так, блин, они меня завалят, как у них не делать вообще.
Бичинсон. Иди-ка сюда, Бичинсон. Где он там? Вон бегает. Давай, иди сюда. Хрена себе. Ну, конечно, блин. Почему бы и нет? Упади отсюда. Ах ты, косяк. Еще можно. А где эта девчонка-то? Не могу понять, куда она смоталась-то? Я вообще ничего не вижу. Где она там? Здравствуй, Орлина. Привет, привет. Спасибо тебе за поддержку. У меня все хорошо. Все хорошо очень. Как твои выходные прошли? Да не, это вообще какой-то... Надо менять вообще тактику. Какая-то фигня. А ты гонишь. Не пойму, о чем он как бы это. Вроде заглючил, что ли, не пойму. Почему он не пишет, что типа добивать надо? Уходим, уходим. Валим. Куда-нибудь еще где-нибудь подкрепиться можно, что ли, я не знаю. Так. Подруге нужна помощь. Срочно, срочно, срочно. А, блин. Походу я до нее не добегу. Церемония осквернена. Это же жрец. Ах, блин. Что-то как-то вообще неудачно. Вы все лезете, не пойму. Ну вот он... Это же жриц. Вы что, прям на помощь всем приходите? Иди сюда. Так, уходим, уходим, уходим. Они все сюда бегут. Надо срочно где-нибудь найти перекус. Уходим. Вот, ну, я нашел. Так, пока живой. Thank you.
Да как? В смысле? Эй, и что такое? Блин, этот сейчас умрет, блин, подружка. Да как? Нет-то. Да блин. Сейчас я сдохну, короче. Так, вставай, нужна помощь. Да ладно, в смысле, телепортацию можно делать? Нифига себе. Так, где там еще остался один? Так, где-то еще осталось. Тихо. Кто ты гонишь? Да ё-моё. Так, один есть, готов. Еще один остался. Так, ну-ка еще надо бить. Киря, привет. Привет, дружище. Спасибо, что зашел. Как твои два дела? Вот теперь можно и добить его. А, ну сам, в принципе, уже ослаб. Потому что я его преступник убил. Фу. Наконец-то. Так. Это, конечно, хорошо. Спасибо, дружище. Спасибо за поддержку. Так, погодите-ка. Здесь, как я понял, много чего есть. Да капец, как много. Давайте сейчас все соберем, чтобы зря не пропадало. Чтобы по 10 раз сюда не бегали уже. Так, где что-то рядом тоже. Там прям такое нормальное золотишко. Вот, да, вот здесь. Церемониальный серп. Наверное, скорее всего, какое-то оружие, да? Надо посмотреть. Ну да, наверное. Или руна какая-то. Не знаю. Так, Тор пока мы вроде... сил. Конечно. По самый конец тебе дал сил. Так, вон там что-то тоже есть. Так, хорош. Постой-ка. А, вот. Ядство. Так, где-то тут еще что-то есть. Вот, два осталось. И сзади еще у меня. Отлично. Так, 20 метров. Угу. Так.
Блин, Кири, что тут? Ой, Киара. Все под ногами вот бегаешь. Я вот уже третий раз ее сбиваю. Блин, она, походу, дело, она меня потом это скажет. Не, я тебе не это. Не хочу. Ты же меня толкал? Ну, типа того будет, короче. Наверное. Так, где тут еще? Вот, вижу. Хороший вопрос. Так, вот, по-моему, пещера. Да, по-моему, здесь. Ага. Так, ну вроде все. Все, теперь вроде как. Да. Все, пойдем по заданию. Так, нам надо вот в ту сторону. Тут это жертвоприношение, что ли, было? Вина тут, блин. Что-то какой-то... Не пойми, что значит замутили. Так, ну пока бежать, да, вот сюда. И вот еще. Вот там бич, по-моему, ход делал. Ты... Ты предала нас. Нормально тащил. Проклинаю тебя всеми силами Луны. Твои проклятия бессильны. Нам так нужно было твое могущество. А теперь... Ее больше нет. Она сказала, что ты предала детей Дану. Я была одной из них. Но как же так? Мне казалось, другого пути нет. Хотя Дейрдре и была против. Ты знала их. Почему не привела меня к крапивнику? Я была лишь их орудием. Они ревностно стерегли свои тайны, так что их имена не были мне известны. Здесь есть дивное озеро. Когда будешь готов, я покажу его тебе и все расскажу. Так я уже готов. Давай показывай. Чего ждать-то? Нормально, он втащил. Так, еще один повержен. Отлично. О, вот это самое главное у нас, фига. Так, а здесь у нас что? Так, смотрите, торговый пост в Ардмеле. Восточный Уэльстер. Восточный Лох-Пега. Так, записка есть. Записка найдена у бича. Драгоценный бич. Я почти полностью подчинил деревню, о которой мы говорили. Наши методы отлично действуют на ее жителей. Я думаю разведать, как и дела в Артмеле. Не присылать ли тебе немного вкуснейшего местного меда? Я добавлю в него молоко и насильно кормлю своих жертв, пока их через... пока чрево их не лопнут. Олень. Так, ясно. Так, у нас здесь как бы есть подсказочка, да? Окей, а это мы посмотрим попозже. Угу. Так, у нас руна еще одна открылась. Круто. Так, а что там за оружие, мне вот интересно? Где оно? Так я не нашел. Ну ладно, что.
Так, куда нам? Ого, какую даль-то. Так, это куда нам нужно? Так, а, вот про это озеро она говорила. Ну хорошо, давайте-то вернемся. Так, где там? Так, добычу мы подобрали. Угу. Интересно, а можно туда прыгать? Или отсюда прыгнуть, что ли? Как-то стрёмно прыгать-то. Спускаться мы будем тут полдня. Покороче, быстренько, побыстренько все. Прыгнем. Давай вверх, прыгай. Так, нормально. И еще чуть-чуть. Ну, немного пойдет. Да, хорош. Так, тут у нас есть золотишко. Поэтому мы можем еще и золотишко тут поискать. Так, одно внизу, да, я вижу. А другое где-то вот, мне кажется, наверху. Так, отлично. Где-то, да, вон там. Подобрали. Резин Геймс, приветствую тебя, дружище, привет. Спасибо, спасибо. Водах я смывала все свои горести. Ты не против, если я... Нисколько. Как поживаешь? Так, что-то она нам хотела показать. Когда христиане изгнали друидов из лесов, я бежала и случайно нашла это место. Ух, ни хрена себе. Я не знала, как жить. Нормуль. Где мои друзья? Где мир, что я знала? Так я пришла к детям Дан. Сперва они лишь клялись хранить древние обычаи, но скоро обратились к темным обрядам. А потом и того хуже. Да, они стали убивать. Я отреклась от них и молюсь, чтобы они исчезли. Бич что-то говорил о могуществе. Сказки. Выдумки давно сгинувшего народа. Друиды теперь разобщены, у нас нет вождя. Есть король Флан. Я надеюсь на него, но я глупа. Он вовсе не питает любви к прошлому. Ему нужна новая Ирландия. Он клянется, что в ней будет место моему народу. Но грядут новые бури. И как знать, где он укроется? Ты не глупа. Мы с тобой через многое прошли. Едва не погибли. Я хочу радоваться жизни. Ты за этим меня сюда привела? Конечно, она же тебе намекает, понимаешь? Мы с тобой сможем славно отдохнуть.
делать. Вот, отличная тема. Конечно. Я охотно разделю с тобой радость, Кен. Ну, здесь ничего такого. Чудесно. Просто чудесно. Чудесно, да-да-да. Так, еще наготове. Кнопочка наготове. Ну, в принципе, я думаю, тут ничего такого не показали. Поэтому нормально. Кайфанули они по полной, это 100%. И смылась. Это как это так? Нормально. Так, записку вроде бы, наверное, оставил. О, у нас уже 20 уровень, да? Отлично. Так, северные пределы. Круто. Читаем. Так, записка от Киарен. Эйвард. Ты так сладко спал, что у меня не хватило духа тебя разбудить. Прости, что я вот так ушла. Встреча с детьми Даун... А, с детьми Дауну. Вспомнила. Не о трудных временах. Я поняла, что хочу немного побыть в одиночестве. Киара. Ну, понятно. Ее можно, в принципе, понять. Ну, ладно, хоть записку почитала. Ой, ну, написал, то есть. Так, куда нам дальше-то двигать? Так, Киара. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Так, это надо что здесь? Копыта оленя. А, все, я понял, да-да. Так, торговый порт. Так, ну давайте, наверное, сюда. Угу. Придется нам скакать. Перемещение у нас никак не получится. Да, ладно. В принципе, не особо далеко, просто еще надо наверх сзади забраться. Так, ладно, сейчас мы конюшку надо вызовем. Так, а поблизости у нас тут золотишка нету, да? По пути. Не, нету. Значит, только наверх. Так, ну тогда нам здесь и надо. Да, сейчас ходить надо вправо. Как-то... Да, вот здесь походу дело. Все выше и выше, да. Так, а вот это нам нужно. Руда. Хорош. Так, ну все правильно, да. Прям. Угу. Так, у нас, в принципе, 20 уровень. Можно, кстати, нашего Эйвера прокачать. В принципе, там много чего тоже открылось новенькое. Сейчас добежим тогда, пройдем там миссию. Так, хорош. О, так, тут много чего есть. Так, кто он здесь? Погибший человек. Не подходите к лес, к лесам. К ним легко подобраться, и только дурак станет карабкаться по шатким доскам. Уэн, думал, нас позаботит. Балансирую на балке. И прихлебываю при этом Эль. Первая кружка пошла неплохо, а вот третья, он полетел на камни. Короче, нормально, перепил чувачок. Ну, бывает, что ж поделать. Так, погоди. Добыча. Так, отличненько. Супчики, еда, прям вообще тема.
Так, отлично. Угу. Они тут, ребята, наготовили, а я тут, блин, сейчас объедаю. Но мне, конечно, это нужно очень. Так, где там еще еда-то? Ой. Вообще шикардосик. Ох. Так, ну там еще. Вот это другое дело. А, максимум. Вот это отличненько. Ну все, пойдемте. Так, фуланчик наш. Эйвор, я обязан тебе и Киаре исцелением моих людей. Хоть мне и не по себе от того, как это было сделано. Не все друиды враги тебе, владыка Флана. На тебя посмели напасть дети Дану. Киара рассказала мне о них. Вряд ли они опасны, если могут нападать лишь из-под тишка. Возможно, они лишь стремятся поссорить своих врагов. Или друзей своих врагов. Я жалею, что не доверял тебе. Но Даны пролили много ирландской крови. Я стал осторожен. Я знаю, что такое долг крови, король. Его жар так велик, что может ослеплять. Итак, король, если нам нужен Айлих, что ты думаешь делать? Там сильнейшая из крепостей в этих краях. Однако короли Айлиха живут не в ней, а потому эти глупцы уязвимы. И все же это долгий поход по неверной почве. Кто знает, что грозит там твоему войску? Аббат Эоган предложил нам разбить лагерь в его землях в Клохере. Оттуда мы выступим на Айлих. Только что принесли. Короли Айлиха просят мира. Они сдаются, прежде чем ты ступил на их землю? Многие позавидуют твоей славе. Скверное дело. Речи их мутны. Они много просят и мало обещают. Не будет вреда в том, чтобы их выслушать. А начнем с меча, дальше только война. Меня они знают и послушают. Поедешь вместо меня? Если ты доверишь мне это. У тебя есть свое мнение, Эйвор? Или ты просто поддержишь брата? Мой брат прав. Ты потеряешь лишь время. Если переговоры зайдут в тупик, берись за меч. Время летит быстро, когда есть войско, которое нужно кормить. Но я обдумаю твой совет. Моя жизнь всегда была полем битвы или интриг. У меня не было братьев, и мое доверие нелегко заслужить. Барит Макимор, король Дублина. Я даю тебе право говорить от лица Флана Сины, верховного короля Ирландии. Я оправдаю твое доверие, мой государь. Ты позволишь мне сопровождать Барида, король Флан? Не стану тратить время зря, Эйвор. С Баридом ты не поедешь. Для тебя найдется другое дело. Какое же? Добейся дружбы северных Уинейлов, как прежде добился в других королевствах. В голубятнике Ара посвятит тебя во все. Я заручусь их дружбой, король. Благодарю за доверие моему брату. Так, что там, заручить дружбу королей Уэстера? Увеличите влияние в Уэстере, выполняя поручения местных королей. Так, королевские поручения. Вот такой бятники. Ну, главное, чтобы задания были нормальные, то есть интересные сюжетом, а не какая там хрень. Подай, принеси. Вот это вообще не катит никак. Так, что у нас такое? А, все понял. Так, голубятник, у нас он там. Так, давайте, ребят, знаете, что мы сделаем? Навыки, да. Во. Так, у нас 343 уровень.
У нас 20 очков навыков. Так, у нас, конечно, много чего прокачано, но после того, как DLC-шка вышла, тут много чего, в принципе, тоже пооткрывали. Поэтому можно что-нибудь даже прикольное прокачать. Так, что у нас тут? Так, ну это норвежский-то нам не надо. Здоровье, давайте здоровье. Так, это у нас что? Так, урон скрытности. Так. Так, устойчивость к бою тоже хорошо. Сейчас, погоди-ка. Так, это у нас что? Кинжал из серии. Повышает мастерство владения кинжалами. Вот это, кстати, хорошая тема. Надо вкачать. Так, у нас еще 14 осталось. Копье. Уклонение. Яд. Так, а это на что? Атака в голову. В бою. Так, это же хорошо. Так, а что он здесь? Путь медведя. Так, здоровье. Угу. Так, знаешь, хорошо. Так, еще отлично. Ярость. Так, дальше посмотрим, что у нас еще тут есть. А это у нас есть всадник с луком. А, то есть он не нагинается, он просто типа с бегу, короче, собирает. Так, добыча ворона. Ну, это такой себе. Так, вот это, кстати, хорошая вещь. Можно, кстати, прокачать. Здорово, Вадик. Спасибо тебе, дружище. Спасибо за поддержку. Как сам? Как выходные тебе прошли? Так, давайте вот это вкачаем. Потому что надо еще один адреналин увеличить. Да. Вот это вот нам вообще шикардос. Так, это что? Уклонение. Да, давайте уклонение. Так, это хорошо. Безумная ярость. Блин, конечно, прикольно. Тоже неплохо. Нормально. Ну, друзья приезжали, тоже отдыхали. В субботу вообще весь день практически за дело делал. Одни записи делал специально для на Новый год, потому что не факт, что получится прям сыграть. Ну, трансляция. Вот заранее делал кучу записей. До самого вечера сидел. Разных проектов там записывал. Вот. А потом ребята приезжали, отдыхали. Тоже кальянчик покурили. Так, что еще-то, в принципе. Так, у нас еще 4 осталось. 4. Куда-то надо их вогнать, их надо куда-нибудь. Мушенный завершающий выстрел. О! Я бы вкачал, да, круто. Так, это у нас есть. Это хорошо.
Так, еще три. По поводу синьки, да, я согласен, согласен, да, есть такое. Слушай, Вадик, а ты кальян не курите его там с друзьями? Лучше кальянчик, вообще тема. О, табачок забил, прям нормальный такой, вкусненький какой-нибудь. И пивасик можно там, или, не знаю, что-нибудь там, сока попить с этим, с кальянчиком, нормально. Блин, даже я не знаю, что даже еще вкачать. Так, а здесь у нас что, погодите. Так, а чтобы нам вкачать, это нам надо открыть, ясно. Я как бы в основном где еще можно адреналина прокачать. Как бы еще бы один, конечно, не помешал бы. В целом. Как бы у нас, в принципе, вся ветка почти открыта. Так, давайте-ка, это на что? Тактические удары. Так, еще один, да? Ну ладно, давайте этот-то вкачаем потом. Холодная ярость. Так, неплохо. Совсем неплохо. О, увеличили. Хорош. Так, постой. Ну, на другую сторону, сюда. В общем-то, мои адреналиновые эти способности исчезли, как-то непонятно почему. Блин, жалко, что не поговорить-то нельзя. И опять я. Слушай, ты уж извини, ты просто стоишь как-то это не там, где нужно. Так, что нам нужно выполнить? Ага. Ну, кстати, да, такое вполне возможно. Нифига себе, у тебя 29-го, обалдеть. Нормуль. Вообще прям. Ну, как бы я тоже не планирую, но просто знаю, что приедут как бы родные там, и это все. У меня никак не получится даже трансляцию вести. Вот запись — это единственное пока то, что еще спасет. А что там будет, я хрен знает. Как там, улечу тоже или нет, посмотрим. А, ты колен не особо, да? Не, я давно курю кальян. Это, наверное, уже 5-6 лет, по-моему. Мы раньше с друзьями вообще там, ну, скажем, после обеда приезжали часа в 4-5, да, вот ко мне. И до утра прям дымили, вообще просто пипец там. Даже не отдыхая. Сделали один, потом второй. Сделали второй, и так до утра сидели. Это, конечно, капец. Потом голова болела, и еще виски. Да, капец. Короче, там жесть. Вот, сейчас-то вроде синька поменьше. Вот, а ну так кальянчик бывает. Отдохнуть. Ну и поболтать. Прикольно. Так, королевские поручения. Что у нас именно? Не действует бонус палатки викингов. Хорошо. Так, раз... Это что такое у нас? Так, ну, в принципе, ничего такое вроде заданица. Давайте мы все-таки первое. Мне что-то больше первое понравилось. Так, если в рамках королевского поручения вы также выполните королевские просьбы, то получите там что-то такое-то. Так, уничтожьте цели. Окей. Так, а нам далеко вообще? О-о-о, далековато. Нифига себе, это вообще вдруг в самом конце. Офигеть. Так, а что еще выполнить-то нужно? Так, вот здесь на что? А, торговый пост. Все, я понял.
Так, ну давайте туда сюда, вот. В эту часть нам надо. Надо открыть тогда область. Потому что у нас она не открыта. Не выдавайте себя без лишних жертв. Я понял. Да, Вадик, тебя полностью согласен. Это хорошо. Так, можем есть вариант переместиться куда-нибудь. А, не получится. Никак. Ну, в принципе, если к порту, через порт и поплыть, в принципе, как вариант. Тут, в принципе, набег. Давайте, кстати, да, давайте так и сделаем. Короче, мы сейчас это вот туда вот отправимся. Наша команда уже ждет. Все на весла! Так, ну, в принципе, можно и парус открыть. Парус поднять! Вадик, я смотрю, там в Одиссее уже далеко, в принципе, дошел, да? Уже, наверное, почти половину у тебя, или чуть больше половины. Так, где-то там набег. Я думаю, можно и набег, кстати, совершить, как вариант. Уэльстер. Большая территория. Тимас, привет. Приветствую тебя, дружище. Как, ребята, выходные у вас прошли? Отлично, набег. Вот это я люблю дело. Погнали. Так, Эйвер, давай, беги быстрее. А, еще далеко, да? Нифига себе. Обалдеть. Так, куда-то я не туда. Так, ребята, давайте вперед, 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 вперед. Ух ты, какой там толстец. Оба. Хорош. Нормально так сложился, блин. Комочек шерсти. Так, вот единственный вопрос, я не могу, почему у меня адреналиновая чаша не увеличилась. Вообще, по идее, должно быть 5 этих деревеньких, а не 4. О, вольфрам, хорошо. Так, чтобы тут ничего не перепутать. Так, давайте мы золотишко тут найдем. Так. Да, здесь вот. Чтобы ничего не перепутать. Угу. Ну, я думаю, там друганы справятся. Хорош.
Элементы роскоши. Хорошо. Ну все, что больше ничего. Хреновенько. Что-то мало. В принципе, они сами добивают, поэтому они полностью красавцы. Так, тут вообще что-то пусто. Эй, друг, хорош спать. А, вот. Ну же, помоги мне. Так, давайте там, что там у нас... Золото, золото. О. Так, отлично, отлично. Так, вон там еще. Так, ребята, вы там не спите? Вы что там? Он стреляет из стрел. Так не пойдет. Так, дверь заперта. Она где-то с другой стороны. Так, спасибо, потом скажете. Придется подлатать. Вау, класс. Проклятие! Нормально. Так, отлично. Так, и в этом, по-моему, здании, если не ошибаюсь, да? Ага. Так, надо найти где-то проход. Ага, нашел. Кажется, нашел. Не, ни хрена не нашел. Блин, а поджигать-то зачем? Все горит вообще, просто все. Жесть. Ну, в принципе, у меня есть вариант, как залезть туда. Так, погоди, а внизу у нас ничего такого, проходов нету, да? Да, он ведь сюда не пролезет. О, я горю. Да, 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 я понял, что ты горишь. А, здесь я не посмотрю никак. Так, ладно, давайте тогда сделаем так. Сейчас за другими пойдем. Падай вниз. Чтобы время нам не будем тратить. Возле одного бегать тут. По 10 раз. Приветствую, легионер. Приветствую, дружище. Спасибо тебе. Так, 3 у нас. Давайте сюда. Помоги мне, скорей! Так, надо еще. Так, ну этот пока попозже. Давайте туда вперед. Ого, сколько. Так, неплохо. Мне тут нужна помощь.
Возвращаемся на корабль. Легионер, как поживаешь? Как твои выходные? Так, у нас еще одно осталось, это здесь. А здесь, чтобы пройти, тут надо как-то найти дырочку какую-нибудь. Какой-нибудь проходик. Блин, вот какого хрена они вот подожгли, а? Вот как вот мне вот по крыше бегать? Так, это у нас полно. Нет, здесь не сломаешь ничего. А, погоди-ка. У меня там супер лук должен быть. От... Да, вот этот, по-моему, не ошибаюсь. Здорово, да, он? Да, вот этот. Так, вот, вот что-то вот можно. Вот и щелочку. Блин, что-то как-то рисковато. Так, и что у нас там? По сути, ни хрена ничего. Не заметили. Угу. Так, погоди. А у меня какой-то лук должен быть, который должен пробивать сквозь стены, по идее. Что-то в этом роде. Становится ловушка. Или нет, или мне показалось. Ну вообще как бы вот этот прямой лук. Игра, да, продвигается. Потихонечку все дальше и дальше проходим. Как бы очень интересная история, особенно Ирландия. Классно, в принципе. Вот. Как-то так. Еще, правда, надо следующий проходить, как она называется, осада Парижа. Вот, тоже в это все в DLC-шке. Так, или куда-то надо залезть. Я думаю, там чем-то похоже будет, как в этом сериале «Викинги». Мне так кажется. Я просто не играл, не знаю, не смотрел. Поэтому думаю, что будет прикольно. Нифига себе, до Нового года вообще без выходных. Обалдеть. Ну, это хорошо, что все хорошо. Вот это самое главное. Что все идет как надо. Так, я думаю, да, давайте наверх как-то залезем. В принципе, тут уже потухло. Практически. Угу. Вообще как-то должен сквозь этого походить, но здесь, естественно, здесь он не пробьет. Это надо как-то с другой стороны. А, вот. Кажется, есть прикол один. Так, во. Сейчас проверим. Да, точно. Должно быть, по идее, работать. Нет, не то. Ну-ка, погоди-ка. Нет, чуть-чуть сюда.
Блин, далековато. Совсем далековато. А, недоступен. Хреново. Странно. А как залезть так, чтобы мне увидеть это все дело? Так, ну здесь тоже, в принципе. Так, если здесь тоже дверь можно открыть, а открыть ее надо как-то с той стороны. Ага. Ну-ка, сейчас погоди-ка. Блин, чего тут не цепляется? Ну, я говорю, давай, здесь. Погоди, погоди, погоди. Там вообще-то нормально такая окошечко. А что я раньше не посмотрел? Блин, что тут он дурак, что ли, блин? О! Фу, блин, всего-то надо было, ё-моё. Охренеть. Так, или что-то есть. А-а-а. Так, наручи друида. Хорошо. Так, ну вроде как все. Все, теперь можно, в принципе, на корабль вернуться. Привет, Саня, привет. Согласен, игрушка прикольная. Как поживаешь? Так, давайте вернем тогда наш лучок. В принципе. А хотя, что он возвращает-то, в принципе? Он не мешает. Так, что у нас наручи? Ну, такие себе, конечно, наручи. Нет. Ага. Давайте получше. Ну, ребята нас уже ждут. Офигеть. Приветствую, Андрей. Привет. Спасибо, дружище. Спасибо за поддержку, ребята. Как поживаешь? Как выходные прошли? Так, отплываем. Угу. Так, давайте посмотрим, как нам лучше. И куда нам лучше. Так, тут золотишко, ладно, это понятно. Вообще нам надо вот в область. Так. Ну тогда, я думаю, смысла, в принципе, уже нету в этом корабле. Да, нам надо отсюда вот корву, чтобы открыть область полностью. Блин, Уэстер там, блин, здоровый. Территория-то очень большая. Да, давайте так и сделаем, в принципе. Что-то я не посмотрел заранее. Так, ребята, вы можете, в принципе, путь домой или куда там хотите, но как бы мне пока вы больше не нужны.
Все. Дальше я сам. Так, мы вот сюда отправимся. Это хорошо. Так. Не, я выходные не вчера, когда сейчас скажу, в субботу записи делал. Короче, наделал, на Новый год делал. 7 игр, ну, короче, на разных проектах делал. Пару записей. Просто до вечера сидел, ковырялся, блин. Красиво-то, нифига себе. Вот эта атмосфера. Охренеть. Да. Красиво, очень красиво. Прям чувствуется такая живность. Прям. Кому-то вот реально живой мир вообще. Так, ну, лошадку надо скоро уже бросать будет. Что, наверное, хотя, в принципе, не знаю, может... Да не, она дальше не пойдет. Так, ладно, сами доберемся. Так, я думаю, тут золотишко столько будет. Ух, ё-моё, собирать не хочу. А, ну, в принципе, тут где-то проход и был. Как бы отбегать, в принципе, полностью. Ладно, не будем. Да, вон эти там флажки какие-то. Не просто так поставим. Вершина Эригал. Ну да, в принципе, можно было, да. Клево. Да, прям вообще обалдеть. А вон где мы набег делали, он до сих пор все горит. Так, а что у нас с другой стороны? О, это что, Колизей, что ли? Ну да, что-то похож. На арену. Скорее всего, бои, наверное, происходили там. Спасибо, Саня, спасибо. Спасибо за поддержку. А, ребят, еще хотел одну вещь спросить. Было у вас такое, что вы заходите к друзьям и их комментируете, да, там заходите на их там трансляции, ну, допустим, записи, да, вот смотришь, и думаешь, как бы, человек классно играет, прикольно, надо написать комментарий. Ты только написал комментарий, тебя YouTube удаляет, вообще просто удаляет. Вот у меня сегодня такая фигня была. Писал-писал, и раз через секунду прям обновлял страницу и просто удалил. И причем хороший, приятный комментарий. А что какой-то бред, я вообще не понял, что за фигня. Может, глюк какой-то?
Аббатство Лимстор, что ли, или Лисмор. О, там, кстати, богатенькая золотишко. Айлек. Он еще есть аббатство. Блин, короче, богатая страна. Ирландия у нас вообще кайф. Так, ладно. Нам куда нужно? Ну вот, скорее всего... А, это вот как раз, да, это набег. Лисмор. Аббатство Лисмор. Блин, столько всего. Так, тут тоже что-то есть. Алекс. Так, ну нам надо сюда. Ну, в принципе, не так уж и далеко. Так, вот здесь что-то у нас есть. А, торговый порт. Все. Я думал, там это арена, типа. Ну, это когда будем торговый порт открывать. Хотя, в принципе, можно открыть его тоже. Так, вот здесь у нас тоже есть золотишко. Ну, в принципе, мы область большую открыли. Хорошо, ладно, давайте отправляемся. Опа, класс. Так, погоди-ка, это же... А, уже открыл я, нифига себе. Так, быстро. Тигер Гейминс, приветствую тебя, друг. Приветствую. Спасибо тебе, дружище. Спасибо. И тебе того же. Как поживаешь? Как твои выходные? Так, ну, в принципе, нам в ту сторону, значит, туда. Так, давайте коняшку. Так, окей, погнали. Вау, ребята, я не хотел, учу. Я ж не специально. Какое-то заброшенное там место. Так, уничтожьте цели. Не выдавать себя без лишних жертв. Нифига себе. Это как это без лишних жертв и не выдавать себя? И что мне тогда? А главное написано, уничтожьте цели. Не, это понятно, что если вообще на 100% выполнять миссию. Ну, как-то тоже странно так, блин. Главное, никого не убивайте, а написано уничтожить всех. Ну, еще прикол вообще задание на 100% выполнять. Так, руда нам нужна, да, так, для прокачки. Лети, так, Сюнин. Давайте посмотрим, что там у нас есть. Так, здесь золотишко, а там что-то есть. Угу. Так, ну охват территории большой. Есть,
Без лишних жертв. Охренеть, блин. Ну и что мне тогда делать с этими чушками? Я тебя выдал. Оба, отбивание. Вау. Это выше. Ага. Так, мне хотел травануть, что ли? Ты чё? Добивание, да. А, он мне яд поставил. Давай, добивай его, Эйвер. Что долго там добивает. А, время замедления. Так, покиньте место. Еще один. Ага. Так, повержен. О, вот это другое дело. Вообще шикардосик. Так, у нас еще, в принципе, осталось немного. Посмотрите гробницы Боэн. Хому западного торгового поста Рандуни в Северном Миде. Так, записка к членам детей Дауна. Передай Шепу то, чтобы сварил яд покрепче. Нам нужно надежное средство. Ты наверняка найдешь ее в гробнице Боэна. Где она? Молится своей божественной матери Мориган Дуб. Так, все ближе. Хорошо. Так, подкинь к месту. Руна магистра. Руна для доспехов. Шикардосик. Так, погоди, тут у нас есть секретка. О, костюм, я так понимаю, ассасины, да? Это круто. Шмот, короче, какой-то. Вайш друида. О, мы полностью, мне кажется, костюм собрали. Да, шикарно. Так, ну все, в принципе, тут делать нам больше нечего, да? Как я понимаю. Ну да, делать нам больше нечего. Так, покидаем территорию. А, получится, ясно. Надо тут свалить сначала. Так, королевское поручение. Угу. Так, ну, в принципе, можем... А-а-а, во как. Это поможет привлечь союз. Угу. Мэр, давай,
Чё ты не лезешь-то наверх? Так, куда нам? Сюда надо. Ага, ну давайте переместимся сюда. Блин, жалко, сюда вот нельзя. Чтобы по 10 раз не бегать. Задания, конечно, блин, такие себе. Не очень удобные. Так, ну нам все равно надо спускаться, как ни крути. Хотим мы, не хотим. Барабан, да. Все равно. Хотя погоди, там же вроде можно забраться туда. Там же веревка, по-моему, есть. Скорее всего. Или она не сюда ведет. Не помню точно. А, нет, она наоборот с той стороны сюда. Она под наклоном. Да. Значит, нам по-любому спускаться надо. Давай, Эвер. Ты же то у нас крутой парень. Блин, капец какая-то. У меня же прям сердце затрагивает от прыжков его. Так, вот, отлично. Теперь коняшка наша. Да. Ну! Так, наверное, да? Угу. Как раз, в принципе, два этих задания можно, в принципе, выполнить. И прокачаем тогда. Доверие, в принципе, должны открыть. Блин, вот ты куда? Так, вот еще что-то появилось. Обычно было, по идее, два задания. Еще одно добавили. Ладно. Так, что такое? Расплата. Око за око, убийство нашего земляка должно быть отомщено. И это сделал один человек, наверное. Это явленный разбойник. Но берегись. Те, кто прежде пытался восстановить справедливость, расстались за жизнью. Мистер. Так, а здесь у нас что? Пора бы помочь очередному королю. Стоит заглянуть в голубятню, вдруг там новое дело. Так мы только что взяли новое дело. Эвер, ты что тупишь-то? Так, место. А, ну, в принципе. О, афиша кардос. Нормально. Прям рядом. Так, не получите урона. Я понял. Привет, попробуем.
Так, где там наш... Ага. Убейте цель. Так, а ребята не хотят мне помочь, нет? Что, я добил, что ли, уже? А, нифига себе. Задание, скажем так, я выполнил, да? Ха-ха, нифига себе. Самое быстрое задание, которое вообще тут выполнял. Обалдеть. Мне нужно уходить. Нормально. Вот это прикольно. Это я люблю. Проще простого. Все. На 100% выполнили. Так, шикарненько. Блин, вообще кайфово. А, пока не получится, да? На полпути. Да, хорош. Так, прокачали. Ну, обратно так же, да. Так. Блин, жалко, что переместиться нельзя. Не, давайте так же, да. Так быстрее даже. Не, ну отсюда падать, конечно, это не, это жесть. Поскакали. Так, по идее, нам, по идее, одно или два задания надо выполнить, чтобы полностью шкалу прокачать. А что-то у коняшки это хпшка. А, не, кончается, кончается. Я чего это... Это просто стояло на месте. Так, отличненько. Так, еще добавили. Так, королевские сокровища пропали. Мне не донесли, кто виновен в этом. Повинный в этом злодей, воин, давно пытается прервать мое проявление. 1553. Так, а это у нас здесь 1553. Так, ну давайте это задание выполним. Вау. Фига себе, как далеко. Это куда нужно-то? Ни хрена себе.
Без лишних жертв. Так, погоди-ка. А могу я перенаправить? Да, можно. А, то есть тут вот так вот, короче. Да? Так, не выдавайте себе. Королевская просьба. Добудьте королевские сокровища. Набег. Во. Ну, в принципе, кстати, прикольно. Давайте. Почему бы нет? Так. Как нам это лучше сделать? А не... Никак. Все равно нужно... Все, давайте туда сюда. Гидробор, приветствую тебя, дружище. Привет. Как сам? Спасибо, спасибо тебе. Тебе тоже приятного настроения. Так, ну чё ж. О, не, луки не надо. Чё, какие у нас? Отплываем. Нам надо отплыть. Так, ну по-любому, наверное, будем изгибать сейчас остров. Да, по этой стороне мы пройдем. Здесь дольше получится. Да, давайте так и сделаем. Хотя хрен знает, может даже здесь дольше. Не факт, что здесь порт будет какой-то в этой части, чтобы быстрее. То есть до сюда пути сюда. Не, давайте, короче, так вот делаем. Тут может быть и золотишко. Как вариант по пути. Приветствую тебя, друг, приветствую. Настя, привет. Привет. Часики, сейчас, погоди. Ну, как бы я в наушниках, поэтому я не слышу. Ну да, они капец, конечно, долбят. Я уже думал, может перенести куда-нибудь в другую комнату, блин. Так, ладно, погнали. Приятного просмотра. Сладик, привет. Приветствую тебя, дружище. Спасибо, спасибо от души, ребята. Как у вас там выходные прошли? Так, по пути у нас, в принципе, можно золотишко добыть, как вариант. Почему бы и нет? Музычка такая эпичная. Во, вот здесь мы... Так, спускаем парус. Не-не, тихо-тихо. Так. Ждите пока меня здесь. Я сейчас, короче, схожу в одно место. Там что-то такое прям большое. Они же не уплывут никуда без меня, нет? Ну, вроде нет, но вроде нормально. Так, где там у нас золотишко-то? Так. О, фига себе. Здесь, по-моему, что-то тоже есть. Тут далековато. Ладно, короче, как-нибудь по пути это все сделаем. Здесь три. Отлично. И здесь даже есть. Вау. Это круто. Ну, эти как раз... Тут нужно быть осторожнее. Да, тут охотники эти, воры. О, они спят, нифига себе. Так, надо по-тихому.
Так, хорошо. Пока вроде все по-тихому. Прикольненько. Спят вроде как, да, все хорошо. Может, там у них сон какой-то приятный был. Может, думали там о чем-нибудь. Раз и все. Так, неплохо. Где-то у нас еще он там. А, вон там. Так, меня вроде он, надеюсь, я не заметил. Так, мне нужен другой. Вот этот. Не, далековато. Слишком далеко. Хотя, в принципе, можно его и не трогать. Но как бы нам и не мешает. Во. Отлично. Так, и вот там что-то у нас есть. Угу. Тексты. А и что такое? А, все, это. Так, прикольно. Все. Все по-тихому. Никто ничего не заметил, никто ничего не видел. Так, где-то у нас еще вот здесь по пути. Угу. Так, где-то наш кораблик. Вау. Как повезло-то, а? Че, ребята, дождались? Я здесь, а. Привет, Миш. Привет. Спасибо тебе, дружище. Как у тебя дела? Как там Хейло? Продвигается потихонечку по сюжету. Так, погоди-ка. Это где-то надо мной. Так, очень много руды. Так, по-моему, это где-то здесь. Порта, что ли, какой-то такой. Подожди. Да, ребята, ждите. Что-то такое прям интересненькое сейчас будет, наверное. Не-не-не-не, мне наверх надо, ты чё? А, погоди, а этот как его, Хейло, ты на чем стримишь? Тоже на ПК? Мне казалось, что у Хейло по системникам, ну, требованиям помощнее, наверное. Фига себе. Да, орки они такие, да. Фига себе. Ну, Вальгалла, в принципе, я точно, честно, не знаю, какие там требования на ПК, но по оптимизации, в принципе, она хорошая. Нормально ее, то есть, оптимизацию за столько лет, в принципе, сделали вообще. То есть, нормально играть, прикольно. А, лагало, нифига себе. Это что, получается, оптимизация, что ли, такая? Или по требованиям там очень высокие у Вальгаллы? Так, золотишко у нас здесь. Добыча. Ладненько, я зайду на запись потом, посмотрю.
Мне очень понравилось. У меня как бы бокса нету. Комп у меня не очень мощный. Вот. Там ничего не потянет, наверное, на нем. Вот. Я вот думаю просто в будущем, ну, может быть, в следующем году, не знаю, о боксе, я думаю, Series X себе прикупить. А, 5 минут назад закончил, да? А, хорошо. Ладно, обязательно зайду, конечно, посмотрю. И как-нибудь тоже потом перепройду Halo. Ну и другие. Если, конечно, нормально будет в следующем году с поставками, хотя я не уверен, такая же проблема будет, как и в этом году. Тоже проблематично все купить будет. Так, здесь-то мы не... А, здесь что, пещера, куда он лезет-то? Так, а мы все... А, мы все нашли, все. Золотишко полностью. Да, я согласен. Вот ОБС-ку я вот, получается, сейчас все захватываю через карту захвата, через ноут. Ну, как бы, в принципе, он по железу, в принципе, мощный. Но это же ультрабук, у него система охлаждения просто, извините за выражение, говно. Вообще говнище. Он греется, как, я не знаю, блин. Можно на нем яичницу жарить, мне кажется. А когда я еще подключаю... Вебку более-менее, и рамка еще такая, ну, обычная. А когда добавляю анимированную, все, он начинает у меня вообще лагать по полной. Я вообще не понимаю, чего ему не хватает, блин, этой ОБС. Вроде по железу все хватает, а... Короче, так, не знаю. Нифига себе, на 100+. Обалдеть. Это про Halo, да, говоришь, Миш? Ой, извини. На 100 часов? Обалдеть. Просто сейчас, чтобы железо обновлять, это, конечно, очень... Денег до хрена надо. Ну, 1300, скажем, да, там. Нормальный комп такой прям топовый. Чтобы 4К тебя тянуло спокойно. Да, я через карту захвата стримлю. Elgato HD 60S+. Такая она внешняя, через USB подрубает. Просто когда я начинал стримить, ну где-то полгода назад, когда, да, вот в апреле только когда начинал, вот, я напрямую с приставки стримил, но у меня качество дерьмо было, вообще пиксельное. Даже вот ребята, которые у нас в общих, да, вот друзья стримят с пятерки, у них качество получше. Я вот так спросил, ну, они говорят, что, типа, наверное, скорее всего, из интернета такая тема. Ну, наверное, думаю, в принципе. Ну, тут с карты захвата вроде как получше картинка. Так, шиковаться, а нам не сюда надо. Нам вообще надо... Да, куда-то я пошиковался. Ну, хотя, в принципе, тот порт... О, нам еще надо изгибать целый этот... Целый остров. А, я понял, да, да, это точно про Вальгалу. Про Вальгалу. Ну, да, согласен. Я, короче, сейчас до DLC, когда еще DLC еще не устанавливал, у меня было 132 часа пройдено полностью, ну, там, всю Англию, короче, прошел, все сюжеты. Ну, квесты я так, по ходу дел, только выполнял, которые более-менее интересные, так. А так они все однообразные. Ну, и в основном я, в принципе, почему столько много убил, потому что я полностью исследовал мир, вообще все, практически. Ну, я прям говорю про Англию и про Норвегию. Вот, поэтому столько времени ушло. Скажем так, допустим, если до миссии там 10 минут, да, а я шел до него там 2 часа. Потому что по пути, ну вот, как видите, это золотишко, тут еще какие-то секретики. Интересно, в принципе. То есть для меня
Здесь, получается, сделали как бы такой мир более живой. Мне интересно его исследовать. То есть очень прикольно. А вот взять эксклюзив от PS4, этот «Призрак Цусима», очень прикольный, классный, драматичный, тяжелый сюжет. Но природа очень красивая. Очень красивая, безумно. Но мертвый мир почему-то не показался. Не знаю, пустоватый какой-то. Есть как-то поживее, что ли, чувствуется. Ну вот эту, которую я взял за карту захвата, не помню, сколько она мне обошлась. Короче, она может стримить 4К 30 кадров захватывать тоже, в принципе. Вот. Ну, у меня интернет уже не вытянет. Это я не знаю, какая скорость нужна. Ну, поэтому сейчас захватываю 1080 кадров. И плюс HDR он еще захватывает, по идее. Как бы, когда выбираешь в настройках, там, ну, там, в Ютубе, да, то есть какое качество, допустим, человек хочет посмотреть, он почему-то все равно не видит, типа, что я с HDR стримлю. Хотя, в принципе, через телевизор все захватывает. Может, не видно просто, не знаю. Так, нам надо еще дальше. У меня просто выбор был между либо Эльгату взять, либо Авармедия. Ну, что-то с Авармедия там вроде как-то, ну, сложновато настраивать, что ли, не что-то такое. А Эльгата, она вообще простенькая. И потом я делаю акцент на... То есть на поддержку, в основном, на чтобы консоли без проблем поддерживали. И и этой настройки вообще никаких драйверов, вообще ничего не надо. То есть подрубил и все. Программа автоматически скачалась. И уже делаю, что хочешь, за ОБС настраиваю, как хочешь. Да, Миш, у меня PS5. Я взял на старте продаж. На первой волне успел ухватить. 21 ноября 2020 года получил. Мне чудом вообще, что ли, привезли в мой город. Ну, я живу в Подмосковье. За городом, на даче. Короче, у меня Можайский район, Бородино. Бородинское поле. Вот, а привезли, короче, в город Можайск. Мне вообще сказали, ребят, чувак, тебе, говорю, чудом вообще, что ли, привезли. Это вообще какой-то просто реально повезло. Сейчас вроде работает. Уже гарантия прошла. Вообще не парюсь, в принципе. Я и дополнительный слот расширения купил. М2, вот этот Samsung 980 на терабайт. Прошку. Ну так, чисто поделил. Как бы мне памяти хватало. Но просто я имею в виду, хотел чуть разгрузить внутренний жесткий диск, вот этот, который спаянный. Просто неизвестно, сколько он протянет. То есть на М2 от PS4 игры идут, а внутренним от пятерки чисто игры. Там монастырь, Эйвен! Да, я вообще говорю, я даже не знаю, как это получилось. Хотя я даже не хотел себе, в принципе, ее... Не, как бы покупать я хотел, но я хотел, думал, на днюху себе взять после Нового года. Вот у меня в феврале дня рождения будет, в начале 5 числа. Я думал, ну, может, как бы в феврале взять там или на Новый год. Но я знал, что будет дефицит, но чтобы настолько... Поэтому я и сразу подхватился. Я сразу как бы, как предзаказы открыли в конце сентября 17-го, по-моему, или 18-го, я начал уже... по магазинам, то есть заказывать через интернет. Sony сайт висел, Nvidia все распродано, а в 7 часов вечера просто спокойно зашел в Эльдорадо, заказал, по предзаказу оплатил 5000, там почитал, что это такое, типа, этот сертификат, что он дает, там, типа, такое, там, в случае какие-то проблемы и прочее. Ну, говорю, как бы почитал, у меня вроде все устраивает, все, оплатил, последний день позвонил человек. Как, главное, спросил, какую версию хотите? Ну, дисковую, самую дорогую, которую с диском. Потому что цифровые, это они вообще там еще хуже в дефиците были. И все, предзаказ сделал, ждите. Вот, и 21 ноября мне привезли. То есть два дня опоздали, и за эти опоздания мне Эльдорадо 6000 бонусов, короче, присылали за извинения.
Да, вот, согласен, да. Там сюжет, призраки. Так, у меня вроде, ну, в принципе, полный. Лезьте их и забирайте все. Так, не выдавайте себя. Да. Блин, я в себя выдал. А как мне не выдавать себе-то? Они все равно нападают. Так, ну раз мы набег делаем. Так, хорошо, добудем, без проблем. Сокровища, сокровища. Так, тут вообще ничего не надо. Недолго тебе осталось! Опа, красава. А боксей, я думаю, как альтернативу. Ну, эй, во-первых, сюда. Там же вот этот геймпас есть, офигенная тема. То есть ты ее за год вроде как платишь, да, там, и вот эти проекты, которые выходят на всех платформах. Вот, как бы она же бесплатно, то есть ты качаешь, да, так правильно, как понял. Если у тебя геймпас там, то есть оплачен. Блин, как этот. О, вообще шикарно. Вот. То есть те проекты, которые выходят на всю платформу, их можно на геймпассе, короче, брать, скачивать смело. А те, то, что типа для пятерки, ну, то есть типа экзы, как скажем так, ну, они как бы уже не экзы, можно так сказать, они все равно на ПК выходят. Вот, ну, в принципе, ладно, это не столь, в принципе, страшного. Выходит, так выходит, что ж, политика такая, что, ничего поделать. Помогите! Мир меняется, рынок тоже. Вот, а это уже здесь так покупать. Потому что в следующем году игры подорожают еще. То есть, если кто видел, в PlayStation Plus Forspoken 5700 уже будет стоить вместо 5 или там 5500. То есть, это уже видно, что подорожание будет проекта. Ну, там, может, Next Gen, я не знаю, но все равно дороговато, считаю. 6 косарей отдавать за игру, это вообще немножко капец. За обычную версию. Фига себе, он мне, блин, по морде дал, что думаешь. О, нифига себе, 15 игр. Нормально. Ну да, это у кого, в принципе, есть на ПК, в принципе, да, им интересно. Сейчас, в принципе, по одному году, сейчас, да, много чего будет сейчас раздавать. Да как это, ты чё? Отлично. Мы сейчас добавок добьем тебе. Вот так. Так, здесь золотишко наше. Ага. В этом доме, да? Угу. Так, хорош. Тут что-то как-то мало яства плюс здесь. О, наш друг там что-то устал. Дружище, ты чё? Вау, там добивают. Так, надо спасти чувака. Сейчас, дружок, погоди. Давай. Вот так вот. Еще добавим. Норму прям. Хорош. Так, добивайте, ребят. Или я сам добью. Нормально. Так, парни, надо еще помочь. Так, друг, а ты что сидишь? Тоже помочь? Да, без проблем. Так, где-то еще тут наш золотишки. Ага. Я нашла добычу. Эй, я сам не справлюсь. Так, и последнее, да? Так, последнее у нас. О, тут еще есть. Ух ты. Музыка классная играет. Я вот, знаете, сейчас вот мы сейчас же набег выполняем. Да я вас не буду трогать, ребят, чего убегаете-то? Вот я, мне аж прям вспоминается этот Викинги сериал. Прям вообще капец. Кому-то прям, ну, реально вот охота его сейчас еще раз посмотреть.
Я вот не думал, ну, как бы я викингов смотрел, ну, вообще, я люблю, в принципе, скандинавские тоже фильмы, там, прикольно, они тоже хорошие снимают сериалы. Вот, как и фильмы, в принципе, молодцы, там, классно снимают. То есть не хуже Голливуда даже. И настолько песни у них красивые, прям, звучат круто. Это вообще прям атмосферненько, что-то. Ну, вот тебе еще добьем, гаденыш. Я понял, что я получил, да. Ну-ка, дружбан. Опа. Там тебя добьем. Опа. Хорош. Иисус, помоги мне! Нифига себе. Нормально. Сюда, на помощь! Так, это, наверное, последний, наверное, нет? А, нет, еще один. Эй, ребята, вы где? Эй, кто-нибудь хочет помочь мне, нет? Эй, сюда! Так, погоди-ка. Надеюсь, они услышат меня. Где они вообще есть-то, я не пойму. Что такое ощущение, что они все вообще убежали. Эй, ребят, вы чё? Пойдем. Так, здесь мы не пролезем. А, пробежали, да? Ну, молодцы, молодцы, конечно. Я сам не справлюсь. Да, да, да. Еще не по Виктории пошел. Почему-то вообще не туда вошел. Так, давайте толкать, ребята. А, до пятого сезона? Так, круто. Ну там, да, сколько, 4 сезона, в принципе, отличные, а дальше какая-то такая уже муть пошла непонятная. Так, вроде все, или не... А, нет, еще у нас там, фига. Надо все, надо взять. Так, правильно мы идем? Нет, нихрена неправильно. А, не, все правильно. Нет, 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 точно неправильно. Это где-то здесь. Не-не-не, ты слезай. Так, неплохо. Во, это выдел. Так. Добудьте королевские сокровища. Так, постой, какие королевские сокровища? А, все, я понял. Так, это у нас получается в подвале где-то, да? Чтоб-то... Ну да, где-то, скорее всего, там. Но, значит, это путь надо искать. Непонятно нифига. Наверное, в этом замке где-то там должен потайной проход быть. Наверное. Ну, тут вроде нет ничего такого. Нет.
Расправь крылья, Сюнин. Угу. А, вон показывает. Так, где-то в этой области должно быть. Значит, нам туда надо идти. Пора отсюда выбираться. А, вот, все, сваливаем. Отлично. Все, аж какого-то чувачка нам было что-то забрать. Ну все, можно, в принципе, отсюда уходить. Покиньте это место. Ну, то есть, чтобы на 100% пройти... Просто найти того чувака было и забрать у него. Ну, в принципе, это не так прикольно было бы, мне кажется. Их поддержка пригодится королю Флану. Надо найти его в Клохе. Так, мы, кажется, все выполнили, да? Прикольно. Так, куда нам нужно идти? Это, в принципе, можно даже позже выполнить. Ох. Так. Но ближе нам будет сюда переместиться. Угу. Фарагос, приветствую тебя, дружище. Спасибо. Спасибо, друг. Как сам? Так, давайте нам сюда. Так, 1200 км. А, 1200, ну да. Так, 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 так. Где нам прыгать-то нам? Да, высота, конечно, большая. Цветочки, цветочки. Так, ну конь. Ну, в принципе, да. Так, давайте так корову, чтобы открыть область. И задание тогда уже. Так, по пути у нас будет тут золотишко. Давайте, кстати, по пути выполним. Чтобы зря не пропадало. А то мало ли там кто-нибудь сворует из этих солдатов, что ли, военных. И нам ничего не достанется. Привет, слышимся. Хорошо. Хорошо. Так, в доме, да? Ага, найдите ключ от всех замков сундука. Понятно. Надо ключики искать. Ключики, ключики. Хотя он, блин, мог вообще топором все это делать. А, вот как раз записочка. Так, чудесная масса для вамп. Наконец-то, долгие месяцы трудов принесли плоды. Когда впервые выяснилось, что после того, как странного тумана на предметах остаются капли какой-то жидкости, мне пришла в голову мысль, что находку можно как-то использовать. Оказалось, что нужно выбрать побольше жидкости с крупных листьев и щедро подводить в нее рыбьего жира. Получается масса для лампы, которая горит чуть ли не ярче солнца. Нужно лишь провести последнее испытание, самое яркое из всех. Ну, я так понял, это какая-то типа подсказка, что ли? Типа, да.
Короче, только зря ходили. Ну ладно, хотя бы поняли, что тут делать. А, во, погодите, ключик. Удачно отсканировал. А почему он здесь делает здесь? А? Ага. Мастерской. А, ну вот он, то, что тут написано было, то, что он здесь добывал. Все понятно. Ну, надеюсь, ключка, наверное, от этого. Рамчик, отлично. Ну, Эвар, ты чё? Так. Да, нам туда. Так, всё правильно мы идём, да? Да, всё отлично. В принципе, у нас и по пути, по идее, вроде как, золотишко вроде. О, там что-то есть. Это далековато. Там тоже. Так, ну давайте тогда сначала туда. А там уже разберемся. Так, вон там какое-то аббатство, по-моему, да? Что там за замок? А, арма. Ярма. Не, арма, арма. Что странно, даже ничего не золотишка, ничего нету. Или я тут был? Не, вроде не был. Или был. Не помню. Да, вот здесь что-то есть. Тут много чего есть. Так, золотишка здесь. Здесь набег. Так, ну все, давайте-то вот на ту сторону. Так, понятно, лошадка у нас пока не плавает. О, нифига там туча. Если не ошибаешь, по-моему, сюда надвигается, да. Сейчас будет такой, блин, штормик. Охренеть. Ну тоже прикольно, кстати, сделали погодное явление. Очень интересно наблюдать. Накроет как волной, блин. Так, не понял, что такое. Ребята, вы что хотите? Добивание. А, хорош. В смысле как? Ну просто, понимаешь, вот так вот подслышу, все. Так, что у нас тут вообще? Они же ничего тут такого не хранили. Так, где моя лошадь-то? Эй, лошадка? Ты где? Куда ж ты убежал-то? Ты чё? Да я не трону тебя, что ты убегаешь там.
слив Галеон. Так, интересненькое местечко. Ощущение, кому-то здесь что-то есть. А что нам показывают на по карте? Есть что-нибудь? Да, есть, есть. Где-то вот здесь вот рядом. Ага, нужен ключ от дверей. Ну, как всегда. Так, а по-другому мы здесь не заберемся, да? Ну, в смысле, внутрь, я имею в виду. Поиск, может быть, поискать, может быть, здесь что-то и есть. Так, отличненько. Что ты видишь? Что я вижу? Вот, все, я нашел ключ. Все. Ключик, ключик, ключик. О, как клево. Так, сюда, по-моему, сюда и сюда. Угу. Отлично. Так, ключик мы взяли. Добыча, добыча. Так, вот все взяли. Угу. Так, мы уже можем сломать, правильно? Так, а вот здесь вот. А, вот, все. Ну, сейчас обойдем. И все возьмем. Не, давайте лучше так обойдем. Так, одежду взяли, железная руда, 156, кожа, во, вообще отлично. Шикарно, шикарно. Так, ну все, нам теперь надо к заданию выполнять. Ну, как, в принципе, недалеко. Ну все, отлично, можно идти вперед. Так, ну, в принципе, уже пошли. Квохер. Так, а что у нас здесь есть? О, тут много чего есть. Так, раз по пути. Так, ну давайте мы возьмем. Не, погоди, куда ты положил? Ты не положить надо сюда. Да.
отлично. Ага, я горю. Да ничего, ничего страшного, нормально. Так, добыча, добыча. Нет, нет. Так, отлично. Что у нас тут еще есть? Так, у нас вроде еще одна золотишко должна быть. Покажи, что там впереди. Ух ты. А, вот здесь, погоди. Ну-ка, а что у нас здесь? Нет, здесь не открывается, не открывается. Тоже не открывается. Ну, как вариант, в принципе. Покажи мне. Где-то тут должно быть, пещерка должна быть, скорее всего. Так, Сюнин, нам надо в другую сторону, Нурбан. Да, вот сюда. Ну, пока непонятно. А, вон, походу, дело. Да, вот сюда. Ага. Так, я думаю, король пока подождет. Никуда он не денется. Так. Наверное, здесь я. Да, вроде нет. Ну, странно. Так, смысл вот это вот делать открытую. Открытый домик, для чего вообще? Не, нет. Странно. Ну ладно. Может быть где-то еще и в другом месте еще можно зайти. Король, идем к тебе. Господь услышал меня. Ты льстишь мне, король. Ну что стряслось? Где Барит? Он не вернулся. Как и двое вестников, посланных к нему. Это как это? Это не случайность. Боюсь, здесь чей-то злой умысел. Жалеешь, что не принял предложение Эйвора? Да. Быть может, цена нашего поспешного решения — жизнь трех человек. Позволь ехать мне, король. Если он жив, я найду его. Даже с твоей хитростью туда просто так не попасть. Я попаду нужен куда угодно. Нужен королевский пропуск, а его редко дают викингам. В Дуннангале у кого-нибудь да есть. В Дуннангале? Там есть норвежцы? Да, это порт на западном берегу. Они много торгуют с Айлихом. У кого-нибудь там должен найтись пропуск. В этот порт трудно попасть? Люди там обленились от сытой жизни. Вряд ли они ждут набега викингов. Или викинга. Славно. Я отправлюсь в Дуннангал и добуду пропуск. Если позволишь, король. Если это спасет моих людей, езжай с Богом. Так, окей. Ребята, тут какая-то драгоценное сокровище у нас есть. Найдите королевский пропуск. Не-не-не, тут надо это поискать. Вот-то, в принципе. Вообще, как бы вот здесь, но мы же там вроде тщательно посмотрели. В принципе, пути-то нету вперед. Да, нету. Здесь тоже нету. Не странно делать такие секреты. Короче, ищи где хочешь, блин. Что ты так, видишь, Сюнин, Сюнин, Сюнин. Где же у нас еще тут проход-то есть? Хотя погоди-ка, может там что-то есть. Вот тут еще тоже какая-то вот какой-то домик. Что прям домики такие, прям вот вросшие, прям вот. Как в этом. Вселен колец. Похоже прям. Нет, здесь мы не пройдем. Так, а здесь у нас тоже ничего такого нету.
Нет, Сюнь, ты что-то куда-то прям свернул, нет, не туда вообще. Или где пещера, вот там, где скалы. Ой, даунтаун, ну что? А, понятно. Ну, хрен его знает, где тут может быть хватишка. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Ну, вряд ли, конечно, так далеко полностью прям изгибать все это дело. По-любому где-то вот здесь, где-то здесь должен быть вход. Это по-любому. Так, а со стороны... Нет, там, в принципе, тоже не может быть. Никак. Они вот хитро сделали. Вот сиди и думай, да, вот где тут вообще... Как тут туда залезть под... этот. Обычно рядом где-то должно быть. Ну хрен его знает, где оно может быть. Непонятно. Пока непонятно. Да, конечно, вот это, в принципе, как вариант, да, вот, не просто так вот и сделали. Ну, здесь что-то, конечно, есть, но что-то не похоже, что тут есть проход. Так, у этих ребят точно не будет прохода. Секретики, секретики. Ну хрен его знает. Вообще непонятно. Не, не думаю. А, во, все, ребят, нашли. Опа, вообще клево. Неплохо. Так, это хорошо. Вот как раз один сундучок. Добыча и камушек. Так, пойди, добыча, да. Пойди-ка сюда. Так, вроде пролезем, пролезем. По-моему, тоже дополнительный навык сейчас получим, по идее. Улучшенные способности, да. Стрела с дымовой бомбой. О, хорош. Так, до второго уровня. Угу. Ух ты. Офигительное. Так, это у нас что такое? Проникающий выстрел.
сквозь стены. Да, вот у меня... А, вот у меня, получается, способность какой был. Все, я понял. Это то же самое, в принципе, можно, по идее, пробить, которые двери не открываются, там, типа, замок изнутри. Да, по-моему, можно так делать. Это прикольно. Так, а это у нас что? А, ну это, короче, прям с одного удара они его выносят. Так, ну давайте тогда, знаете, как место, наверное, вот это, может быть, сделаем. Стрела с дымовой бомбой. Я так понимаю, они горят, что ли? Не, пока ладно, оставим. Оставим. Да, пусть тогда как будет, в принципе. Так, хорошо, ладно. Мы нашли, в принципе, ачивочку. Вообще шикарно. Как раз и уровень прокачали. Так, круто. Очень круто. Так, ну, в принципе, что нам? Найдите королевский пропуск. Хорошо, конечно, найдем все, без проблем. Так, ребят, давайте-то на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Спасибо, что зашли. Спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии. Спасибо от души, ребят. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока. Всем удачи и добра. Всего доброго.